биржа. Это криптовалютная китайская биржа, которая запустилась недавно, в августе 2017 года. У нее было ICO, где было собрано 15 миллионов долларов. За ней стоят очень серьезные люди. Один из них — это Джао, человек, который занимал высокие позиции в OKCoin. Как мы знаем, это крупнейшая китайская криптовалютная биржа. Также он работал на высоких позициях блокчейн Info и в Bloomberg. Во время ICO биржу поддержали серьезные крупные китайские инвесторы, а также поддержал ее биткоиновый Иисус Роджер Вер. Перед тем, как записывать обзор этой биржи, я прочитала немного отзывов, и они были положительными. В начале августа открылась китайская, самые большие объемы панела, пока низкие, иногда нулевые комиссии за обмен. Перспектива однозначно в ее сторону. Очень перспективная монетка BNB, как и сама биржа в целом. Нормальная биржа, если они дальше будут так развиваться, то легко будут скоро в топ-3 по всем параметрам. Ну, в общем, давайте зарегистрируемся и посмотрим, как выглядит биржа изнутри. Здесь нужно ввести электронную почту, пароль, подтвердить пароль. Как я вижу, здесь реферал ID, скорее всего, здесь есть какая-то небольшая реферальная программа. Далее нужно сдвинуть стрелочку вправо, ввести капчу и нажать «Зарегистрироваться». Далее вам придет письмо на почту с ссылочкой, нужно будет перейти по ней, и мы можем зайти в свой личный аккаунт. Здесь у нас написано «не удостоверен», то есть мы не проходили никакого уровня верификации, но в принципе без нее лимит в сутки на снятие средств 2 биткоина. Если вам это достаточно, верификацию можно не проходить. Чтобы пройти следующий уровень верификации и повысить лимит до 100 биткоинов, вам нужно будет сначала поставить или SMS-проверку, или Google Аутентификатор. Советую все-таки его. Во вкладке «Актив» мы можем пополнить свой счет. Криптовалют здесь достаточно много. Мы можем скрыть нулевой баланс, так как у меня ноль, поэтому скрыты все криптовалюты. Пополнить, вывести – все очень просто. Также мы можем посмотреть историю ввода и вывода, посмотреть историю ордеров. Давайте теперь перейдем в основную вкладку Exchange, торговля, торговый центр, здесь он называется. Криптовалютные пары мы видим справа, как на Полониксе. Торгуются криптовалюты в паре к биткоину, эфириуму и тетеру. Посередине график, здесь можно им немного управлять. Минутный, часовой, день, неделя. У меня сейчас открыта криптовалюта Binance Coin в паре к биткоину. Слева мы видим ордера на продажу, чуть ниже ордера на покупку. Здесь мы можем купить, в количестве можем указать сумму сами, а можем указать, сколько мы хотим потратить в процентах от той суммы, которая у нас есть на балансе. Чуть ниже у нас будет показаны наши открытые ордера и сделки за последние 24 часа. Так как биржа на русском языке, я думаю, сильно углубляться в подробности здесь не надо. Трейдингу я, кстати, тоже не учу. Давайте лучше я расскажу вам о самом токене Binance Coin. Его можно посмотреть на CoinMarketCap, BNB. Кстати, капитализация неплохая, больше 100 миллионов долларов. Здесь мы видим график. В общем, что я хочу сказать про эту криптовалюту. Всего токенов 200 миллионов, больше их быть не может. Каждый квартал люди, которые стоят за этой биржей, будут тратить 20% с прибыли и выкупать эти токены, чтобы потом их сжигать. И это они будут делать до тех пор, пока не уничтожат 50% токенов. То есть вместо 200 останется 100. И это нам говорит о том, что у токена хорошая, ясная эконометрика. Понятно, что потенциал роста этой криптовалюты вырастет как минимум в 2 раза. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Будет много интересных роликов. В скором времени я запишу ролик «Сравнение централизованной и децентрализованной биржи. Плюсы и минусы, и что
будет с биржами в будущем. Также буду записывать ролики с обзорами о каждой монетке. В общем, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки, если информация эта была вам полезна. Пишите свое мнение обязательно в комментариях. Всем пока-пока!